Всем привет, друзья! Вы на канале Free to Play Games, с вами Михаил. Это игра Trails of Heroes. Сегодня пятница, а значит новое обновление. Давайте посмотрим, что нам подогнали разработчики, друзья. Может, на этой неделе что-то интересное. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, друзья. Ставьте лайк, оставляйте вопросы, комментарии. Всем спасибо за поддержку, друзья. Погнали! Итак, пробежимся быстренько по объявлению. Новый вызов славы, понятно. Влада добавили в древо мира. Ледяной набор донат, донат в топку. Магазин лодок, это тоже донат. Регулярное событие. Ну, два родника, это рулетки. Спецпредложение в топку. Ледяной мир, это у нас уже стандартное. И автолут. Два каких-то события у нас на автолут. Давайте знакомиться с ними. Так, донат, донат, нафиг, нафиг. Это с прошлой недели, друзья, события. Я решил не тратить свитки на героя. Нового буду ждать героя света. И давайте сейчас используем, попытаю удачу на книжке. Вряд ли, конечно, что-то с этого выйдет. Но, тем не менее, как вы видите сами, ожидаемо. Итак, рулетка, обычная рулетка, 7 раз, друзья, все. Хануман. Друзья, ну это топчик. У кого нету, на этой неделе есть шикарная возможность выкупить Ханумана. 7 копий. Ну, это хороший подгон. Друзья, обязательно обратите внимание, если не хватает этих фишек, стоит выкупать в древних руинах и закрывать. Это топчик-топчик. Так, здесь эти. Это откроем подряд. От этого ни холодно, ни жарко. Все равно я ничего здесь не возьму. Так, свитки и орбы. Хорошо. Пегас. Пегас Балдар и новый герой. Новый герой Акса, да, по-моему, как ее зовут. Ну, это, друзья, характерный показатель, когда нового героя в Пегас засовывают. Это значит, что он не сильно зашел. Не сильно зашел, хотя, в принципе, на начальных этапах неплохой герой, но не для эндгейма. Итак, автолут. Автолут у нас все как обычно. В этот раз у нас нормальный сундук. Можно выбрать, какой артефакт. Итемки для прокачки мегалитов. Каспар, Немея, Силун, хорошие герои. Так, и другого ничего нового нету. И замена. Так. Вот у нас это событие, друзья. Флажки какие-то. Что у нас тут написано? Во время ивента можете получить одну драконью лодку за каждые 30 монет. А монеты у нас... Вот они. То есть это автолут. Так, друзья, считаем. Приблизительно за автолут можно получить, ну, 200-2200. Не знаю, встречал в интернете, кто-то говорит, 2500 можно было получить. Никогда у меня такого не было. В лучшем случае 2200. Итого 2200. Это в районе 70 получается флагов. То есть можно рассчитывать на... Героя света тьмы. Ну, такое себе. Для того, чтобы получить книжки, это 3000 надо. А главный сундук, четырехзвездочный герой, это 3600. Это даже больше, чем за основную награду. Это только донат. Ну, или тратить монеты. В смысле, огоньки менять на... Не знаю, друзья, надо смотреть. Может, кто-то уже накопил. Посмотрю, сколько у меня их. Взял бы однозначно на перспективу сундук с артом, в надежде, что когда-нибудь прокачаю галактическую подвеску. Книжки тоже интересны. Вот книжки я бы, конечно, взял. Их катастрофически не хватает. Ледяной мир, все у нас тут стандартно. Награды. Награды все те же, ничего не поменялось. Друзья, и ледяные сундуки. Ну, последний сундук самый выгодный. Ничего нового. Так, друзья, похвастаюсь, чтобы не впустую.
просто вам наговорить новости. Итак, я смог подсветить двух героев в галерее, и у меня появились материалы, чтобы прокачать Космо Мерлин, что я и с удовольствием сделаю. Болванка и... Так, и прокачал вот эту вот жрицу. Я ее как раз и подсветил. И теперь могу спокойно слить. Но мне нужна Мерлин. Мерлин у меня есть. И шикарная довольно-таки для фри-то-плей игрока, друзья, пачка с космогероями получается. Конечно, не прокачанные таланты, ну, в смысле, отпечатки. Но все со временем. Все со временем, друзья. Так, прокачаем. И хочу попробовать ее на атаку. Хочу попробовать ее на атаку. И открылся этот талант. Так, друзья, еще давайте откроем немного. Три штуки элитных осколка. И, блин, ничего, это все у меня уже подсвечено. Неудачное открытие. Друзья, вот такое видео получилось. С автолутом получить книжки, друзья, но надо подождать, наверное, до конца недели, как обычно я делаю, посмотреть, что к чему, сколько там получится набрать на автолуте, и однозначно, у кого нету ханумана, выкручивать ханумана, друзья. Подписывайтесь на канал, это самая лучшая поддержка от вас, мотивирует снимать новые видео. Всем хорошего настроения, мирного неба над головой, до новых встреч!